Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Страница 95. Упражнение номер 47. За день в магазине продали 6 чайных чашек по 100 рублей каждая и 10 кофейных, получив за все проданные чашки 1800 рублей. Сколько стоила кофейная чашка? Итак, в магазине продали 6 чайных чашек по 100 рублей каждая. Мы можем узнать, сколько стоили все чайные чашки. 6 умножаем на 100, получается 600 рублей. 600 рублей стоили все чайные чашки. Еще купили 10 кофейных. Сколько они стоили, мы не знаем. Но можем узнать из общей стоимости с 1800. Вычтем стоимость чайных чашек. Получится 1200 рублей стоит 10 кофейных чашек. Теперь мы можем узнать стоимость одной кофейной чашки. Для этого нужно стоимость всех кофейных чашек разделить на стоимость, на количество кофейных чашек. 1200 делим на 10. При делении на 10 мы отбрасываем 1 0. У нас получается 120 рублей стоит одна кофейная чашка. У нас стоял вопрос, сколько стоила кофейная чашка. Мы можем записать ответ. 120 рублей стоила одна кофейная чашка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.